Каэтану Эргуна Дауш турнири, дают посвящен ко дню народного единства. Вот это вот, что по дикбоксеру, турнир хаз дающий, дюхар дэрис, вагал дэрсон, вагал рамзан, вагал дэрсон. Вагал аршайл условиш, аршайл долум, вагал лахта дэш, вагал бэл, бош вагал сэгэ дэш, лил шол дэрис, вагал ишта рамзан, мисмра дэвэк, бокс кюгал хуа цина дэрис, вагал дэрсон, талан хавя навали, вагал бокса вакка кэдмиш гэш, хабил ахтуэй, дэрис, вагал масэна, Сиедода, шмя девушка. Ахмати, Аллаху Акбар. Вот так еще. Сегодня в Республиканской школе Олимпийского резерва по боксу в городе Аргун, филиале РСК Ахмат, прошли финальные бои первенства городского округа города Аргун, приуроченные Дню народного единства. Финальные бои прошли на очень хорошем, на высоком уровне, спортивно-состязательном. Ребята показали огромное желание побеждать. И они лучшие из лучших выявились сегодня. Пользуясь случаем, хочется выразить огромную благодарность герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за всецелое внимание всему спорту и, в частности, боксу. Также хотелось выразить огромное спасибо, огромную благодарность генеральному директору Республиканского спортивного клуба «Ахмат» и президенту Федерации бокса Чеченской Республики Бесмурадову Рамзану Абузайдовичу. Несмотря на свой молодой возраст, он всецело, очень внимательно относится ко всем нуждам, к каждым моментам в боксе. И поэтому ребята показывают очень хороший уровень, показывают очевидный рост мастерства наших спортсменов. Далтия Абяхки Йойва Ахмат Сила. Аллаху Акбар.